Впервые за 10 лет Ульяновская область вошла в число регионов страны с высоким качеством управления финансами. Рейтинг подготовило Министерство финансов Российской Федерации по итогам работы за 2018 год. При оценке учитывались исполнение бюджета, качество планирования, управление госдолгом и выполнение указов президента. Работа по данному направлению продолжается и в этом году. В Ульяновске завершается подготовка проекта главного финансового документа на 2020-2022 года. Последние штрихи в бюджет носятся в региональном министерстве финансов при поддержке всех отраслей. До 19 сентября проект закона необходимо направить на заключение федеральному Минфину. Коллеги, осталось не так много времени. В этом году нам необходимо провести согласование проекта бюджета до заседания регионального правительства и до внесения в ЗАГС собрания. Таким образом, Министерство финансов совместно со всеми участниками бюджетного процесса короче, срок необходимо подготовить уже окончательную версию проекта закона в области областного бюджета. При формировании бюджета учитывались несколько основных подходов. В первую очередь это софинансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов. Проект бюджета сохранит социальную направленность, включая соцподдержку населения, оказание финансовой помощи муниципалитетам области. Бюджетная и налоговая политика на ближайшие 3 года сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона. Около 70% расходов по плану будут занимать отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта. Не оставят без внимания реальный сектор экономики. В срок до 1 октября проект закона о бюджете должен быть внесен на рассмотрение в областной парламент. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.